Добрый день, друзья. Да, да, Манечка. А у нас пришла посылка от Беримовой Марины Александровны из Санкт-Петербурга. А перед этим вот еще кто-то нам передал вкусняшки, шоколадки, магнитик, калинкавичи. Люди приезжали, значит, с Украины. Спасибо огромное. Очень приятно. Так, а тут Беримова Марина Александровна, Санкт-Петербург. Посмотрим, да, Маня? Не будем брать Стёпу. Распакуем сами. Да. Ой, ой. Ой, вон какая Маня, смотри, какая посылка, Санкт-Петербург, какие красивые конфеты, да, Маня, зефирчик, шоколадки. Ничего не интересует. Нет, нет, ей с папой, шоколадки. Да, да, так, да, это пеленочки, да, одноразовые. Да, да. Кто пищит? Стёпка. Стёпа пищит? Да. Он услышал, посылку распаковывают без него. Манго. Манго. Манго будет? Зефир Белёвский. Вон, смотрите, сколько семечек, орешков. Не буду доставать, потому что Маня сейчас быстренько откроет все. Вон сколько орешков, орешков, семечки, кстати, семечки и на сушата любит, и Маня очень любит. Так, это каша из пяти злаков, Маня. Открывай. Это Манина, да. Манина. Кушать будешь, Маня? Она подо сегодня уже скушала одну. Будет? Так, это сейчас откроешь, это я не вижу, что... Кофеек, чайная какая-то, спасибо, вкусный кофеек. Белёвский зефирчик. Одну уже съела сегодня. Скажи, расту, да? Скажи, я могу, все? Да. А как на сушата, как Лёлик ест эту Лёлик, кашу? Лёлик. Давай, я дам. Лёль. Ну? Лёль. Иди. Нет. Лёля. Им сейчас лишь бы бегать, да. И посмотри, пожалуйста, вот открой, что у нас тут. Маня, что ты не бегаешь? Ты прямо по папе. Слушай, ну у нее характер вообще меняется. Ручной. Она с рук просто, особенно во время болезни, вот этой, там на девочках сидела. А у нас, друзья, смотрите, пока там Владик с Маней распаковывают. Так, хозяйка, это явно к нам кто-то пришел. Сейчас схожу. Друзья, к нам пришла сейчас милая женщина за котятами. Вот это за вот одним она... котеночком. Ну, да, она хотела одного котеночка, но в итоге, да, ну, еще не унесла, они еще гуляют по парку. Маня, что ты достала? Она опять с черепахи, да. Она опять тянет. Маня. Маня, перестань безобразничать, а? Что ты открыл в коробочке? Так, в коробочке у нас, как вы думаете... О, шишки. Шишки для наших попугаев. Попугаев. Не знаю, у меня сразу поднялось настроение. Я такая довольная, когда человек находит. Это я уже показала все шишки. Да, гамадрил. Когда Маня. Человек находит своего кота. Да. Манечка. Вот она, кошечка. Да, вот это кошка. Оп. Маня. Ну ты же приличная Маня. Девочка. Ну ты же приличная девочка. Ну. Так леди не ходят, понимаешь, и не прыгают. Вот эта вот кошечка едет в дом. Так, на сухо пристает к черному. И вот этот черный котик тоже едет в дом. Так. Спасибо огромное Марине Александровне
наша летит в Санкт-Петербург. Да, вообще... Питер нас балует. Питер нас балует, да, спасибо, друзья, всем. Спасибо огромное тем, кто берет котей. Ой, Степка кричит. Маня. 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 Ну ты же девочка. Скажи, кто? Я девочка? Скажи, так меня еще, скажи, никто не обижал. Спасибо огромное. Ужас. Ужас. Гонки по параллели. Маня с носухами, это что-то. Поймала, да? Скажи, теперь ты водишь. Тёпа. Ну, иди. Мяу. Водя. Это мы. Мы бездомные. Я его. Ты-то нас. Когда стал бездомным? Примите нас к себе. Откуда это счастье? Я же, знаешь, когда слышу мяу, то у меня уже... Ну, опа. Эй. Бедный, несчастный. И красивый какой. Под мою маечку идет. Ой, очень идет и под маечку. Где ты его взял? Возле Паши. Это из этой же. Сильный. От той же кошки. Один в один похож. Это тот, что полудикий был. Сейчас ступай, познакомься. Ох. Мы даже не мявкали почти. Иди сюда, не бойся. Стёп. Стёп, да. Познакомься. Стёпа, он тоже будет жить с нами. Стёпа. Это тоже Стёпа? Тоже Стёпа может быть, кстати. Если это мальчик. Ну, доктор Василий приедет, разберется в петельках. Так, у Степки вода есть, чистенькая, да. Сейчас кормить будем. Пошли в семью, мяу. Пошли. Ну, хороший. Господи, они все халюси. Вчера друзья, кстати, забрали Зою. Зора. Котенка забрала бывший работник парка Львов Тайган. Светочка приехала, увидела и сказала, что ей именно такой нужен кот. Независимый, интеллигентный, как Зоя. Пошли, так что Зоя домой. Тоже нашел свой дом. Ну, а у нас, как всегда, Зоя нашел свой дом. Вась, я уже, ты понимаешь, даже как-то вот не показываю тебе новых котят. Это надо, Бася, пережить. Да, всех раздадим. Да, Бась? Сейчас покушать. Скажи, всех раздадим. И будем дальше жить спокойно. Скажи, ну летом, конечно, вы на улице.